Пусть в жизни ад меня минует, пусть жизнь моя счастливой будет, пусть бешенство во мне проявлено не будет, пусть, наконец, мой мозг о шоке позабудет. Пусть Бог поможет по молитве Молли мне поскорей от шока отойти, пусть мне поскорее Бог поможет встать на ноги и отрезок этот жизни с торжеством в душе пройти. Прославлять Его тогда я буду без конца, слава, доблесть и почет не сойдут с Его лица. Ведь Он в мучении это испытание помог мне выдержать с почетом до конца. Ведь Он дал мне это испытание, и держать Его была должна я до конца. Быть может, это мой конец, а может, просто испытание конец. Важно, что прошла его я наконец, и считаю, что я с Богом рядом молодец. Милые друзья, спасибо вам за все, что меня советом поддержали, что тогда вы понимали в жизни это и все, что это маме бы я своей не рассказала, маму бы свою этим я убила, и поняв, во что попала я, друзья, я вовремя как раз сообразила, что непоправимый вред я б маме причинила. А так, друзья мои прекрасные, с хладнокровием в душе, вы дали мне советы важные, помогли обрести покой моей душе. За это все я очень благодарна. Господи, тебе, друзьям, сестре Ямуне, что шанс жить дальше вновь я обрела. Всем вам за это я очень благодарна, что в минуту трудную частичку счастья дали мне и иными глазами на мир смотреть, шанс вновь я обрела.